Внимание! Пристегните ремни. Вас ждет путешествие во времени. Век номер 20. Наша версия. Год 1912. Титаник. 15 апреля, 87 лет назад, британский суперлайнер «Титаник» терпит кораблекрушение от столкновения с айсбергом. Из 2224 пассажиров и членов экипажа спаслись только 705 человек. Газета «Правда». Долгое время эта газета была главной в нашей стране. Сегодня она переживает не лучшие времена. Первый номер газеты «Правда» вышел 87 лет назад, 5 мая. Нержавеющая сталь. 87 лет назад технологию ее производства разработал Генри Брярли. Сегодня нержавейку используют везде. От вилок и ложек до автомобилей. Абстракционизм, кубизм. 87 лет назад Василий Кандинский опубликовал работу о духовности и живописи, обосновывающую возникновение абстракционизма. В то же время Альбер Глес и Жан Меценже публикуют работу «Кубизм». Рэгтайм. Эти мелодии знакомы нам по фильмам о бандитах 20-х годов. 87 лет назад в Лондоне поставили ревю «Hello, Рэгтайм». Оно-то и привело к бурной популярности стиля «Рэгтайм». Кинобум. 87 лет назад в Лондоне уже 400 кинотеатров. В США в кино ходит ежедневно 5 миллионов зрителей. 87 лет назад выходят в свет первые фильмы студии Warner Brothers, создаются компании Fox и Universal. Наша версия. Год 1912.